Что же, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами начинаем проходить, в общем, Tomb Raider 2013 года. Я думаю, что сегодня, в общем-то, особо никто не ждал от меня видео, собственно говоря, да, такого, потому что все-таки мы сейчас проходим этот самый Long Dark, как вы знаете, да. Но, в общем, я тут все-таки решился записать еще Tomb Raider, потому что, на самом деле, прохождение Long Dark — это очень-очень долгая тема, в общем, именно, да, режим выживания. Конкретно сейчас у меня, если что, записано там 41 серия, то есть как бы, да, это, в общем-то, учитывая, да, то, что у нас сейчас на канале только, по-моему, 12 или там 13 только вышло, вот. А, поэтому, в общем-то, параллельно, да, соответственно, с прохождением Long Dark, у нас, соответственно, будет прохождение Tomb Raider еще, и еще прохождение игрушки From'ов, соответственно, да, From Software, если что. Это, если что, да, не Elden Ring, в общем-то, да, для этой игры нам вообще не нужна, по сути, своя RTX, скажу я вам так. Вот, в общем, первая часть того прохождения, она у нас, в общем, выйдет в пятницу, я так понимаю, в общем-то, непосредственно, да, на этой неделе, я так надеюсь, собственно говоря, следующее видео, то есть, непосредственно, да, по ней у нас будет. Вот, а так мы, в общем, начинаем новую игру, естественно, да, пройдем мы, как обычно, все на 100%, то есть я покажу, где что лежит, где что, какие гробницы, соответственно, да, как проходится, в общем, в принципе, как мы обычно, в общем, Лару Кросс с вами и проходим. Также у нас будет прохождение, в принципе, этой игры. Соответственно, да, новая игра, давайте-ка новое сохранение, естественно, на харде проходим, вот, в общем-то, здесь, да, естественно, я буду получать урон, то есть если я не ставлю тут прям уж такой прям сильный челлендж, вот, но, в общем, так или иначе, погнали с вами. Я покажу замолкая, будет у нас тут заставочка. I finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. Moments when life flashes before us, we find something that keeps us going. Something that pushes us. Come on, doctor. Where the hell? Help us out here! No sign of walking, Lara. Jonah! I'm here!
ну и вот приехали. В общем, что называется, да? Так, влево, вправо. Так, давай, покачаемся. Вот, да, находить мы будем, соответственно, все, кроме запчастей, если что, я вам так скажу, потому что, по сути своей, на запчасти нет ачивки. То есть там, по-моему, пофигу, да, сколько вы найдете запчастей непосредственно, да, в игре. Так, надо вам сейчас его... Ага. Так, вот сейчас... А, вот так вот аж. Я, если что, да, игру никогда не проходил. В общем, да, странно, знаешь, это делать сразу по прохождению стопроцентное по той игре, которую не проходил. Но у меня есть, грубо говоря, да, разведывательный персонаж, скажем так. То есть, соответственно, да, я, естественно, буду сначала им проходить, вот, потом же непосредственно все дело делать на запись. То есть, так же, по сути, как и с этим, как и с... С этим, с Underworld'ом было, как с... С Anniversary было совсем, в общем, таким. Так, ух ты. Ну что, Лару Крофт мы вообще с вами, как помните, да, все части вообще проходили всегда на 100%, поэтому, в общем, я решил сделать по этой части тоже 100% прохождение, естественно. Потому что как-то это было бы не прикольно особо. Так, здесь у нас... Кого-то из наших, да, по-моему, получается. Захомячили. Угу. Так, отлично. Вот, первая часть, это, грубо говоря, у нас такая ознакомительная будет. То есть мы тут немного, очень даже немного поиграем. Вот, особо ничего-то собирать не будем. Так, вот у нас тут инстинкт. Учат инстинкту то, что может все объекты всякие подсвечивать. Нам надо зажечь это вот деревце. Соответственно, у нас сейчас будет открыта дорога дальше. Так, давай. У нас кто-то, блин, хватает, видите ли. Вот, да, 100% прохождение у нас также будет. То есть, соответственно, это тот вариант, когда я вообще без комментариев все либо прохожу. Как вы помните, то есть мы, да, также, по сути своей, все Tomb Raider'ы, по сути своей, с вами проходили. Поэтому 100% прохождение по этой игре тоже, ну, как бы этот, без комментариев именно имею в виду. То есть, да, как бы это прохождение у нас тоже, да, 100%. Поэтому такая слегка путаница. Так, тут нам тоже надо на Q нажать, чтобы вот маячки задания увидеть. Вот поэтому, в принципе, будет все абсолютно так же, как, в общем, мы с вами проходили остальные игры серии. Также, в общем, мы с вами пройдем и эту игру. Так, здесь нам надо что сделать? Здесь нам надо сейчас вот эти вот два поджечь. И еще поджечь какой-нибудь вот из этих вот из бочек, не знаю, из ящиков, которые вот у нас в воде сейчас находятся. Потому что мы сейчас с помощью этого, собственно говоря, сделаем себе проход дальше. Вот, в общем, вот это, да, подожжем.
Так, сейчас вот это... Да, господи, не так. Сейчас надо было там спрыгнуть в эту в люльку. Вот в эту, которая тут у нас наверху. Сейчас он там зажжет все. О, пошло. Так, ну все, прыгаем. И вот тут клеточку надо, чтобы все это у нас попало. Или там один-два там ящика там. Особо сильно не важно. И сейчас, в общем, ее просто толкаем. И у нас будет открыт проход дальше. Такая у нас тут загадка, что-то типа того. Первая наша в этой игре. Открывается проход дальше. Вот, я, конечно, да, мог бы сделать по этой игре летсплей, знаешь ли. Но как бы летсплей, это я имею в виду, что я, типа, по игре ничего абсолютно не знаю, но учитывая то, что мы три игры серии до этого как бы прошли на 100%, вот, я все-таки решил, что почему бы эту игру тоже очень на 100% не пройти. Конечно, да, те три, это как бы другая трилогия, типа того, можно сказать. Но, не знаю, мне очень как-то так больше нравится, когда именно 100% прохождение игры. Закошмарили одного. Так, давай. Сейчас упадет, да? А, нет, смотри-ка, держится. Давай. Ага. Отлично. Вправо. И... Так, все, выбрались. Так, все, выбрались, отлично. Не, ну, конечно, было бы прикольно, если бы оно тут уже было бы написано. Так, это, прикинь, какая камера так поворачивается, и тут тебе только название игры представляют. Это, по-моему, было бы круче. Ну, ладно, в принципе, у нас сейчас еще чуть-чуть мы поиграем совсем в эту часть. Такая у нас довольно маленькая получилась, да, я понимаю. Но, в общем, эта серия, она у нас также, да, естественно, будет выходить по средам, как вы понимаете. То есть стопу просто тупо разбавит так или иначе Long Dark. Наше нескончаемое, да, прохождение в этой игре. Вот, и блин, вот меня всегда вот такие вот моменты, они очень сильно бесили вообще во всех играх абсолютно. Потому что почему она по вот этому бревну именно идет, а? Я вот серьезно, я вот этого никогда не понимал. То есть смотри, она могла сесть, так что вот это бревно у нее промешно, грубо говоря, да, было. И не знаю, как-то вот эти ветки бы обходил бы она просто ноги тупо перебрасывая. Это, мне кажется, гораздо более безопасно, чем вот так вот именно чтобы идти по нему прям. Потому что там, считай, одно неверное движение, и все, сразу вниз летишь. Фига, блин, вот эти пиндрежи, я вот серьезно, я вот не понимаю. Просто так садишься вот на бревно, типа, знаешь, и просто по нему так поползешь, типа того, да, там ветки, когда будут, то просто ноги через них перекидываешь, и все. Там держишься руками, соответственно, да, за него. Чтобы так это понадежнее было. Всегда меня во всех играх абсолютно эти моменты, они очень сильно бесят. Серьезно. Нифига вот эти пиндрежи, я вот серьезно не понимаю просто. Никогда этого не понимал. Никогда.
Этого я не понимал. Так. Ох. Так, у нас двойной прыжок используется. Ну, в прологе, да, в прологе, если что, у нас ничего собирательного такого нет. Поэтому, в принципе, мы, соответственно, здесь ничего и не собираем с вами. Сейчас. Так, прибрежный лес. Так, и сейчас я, по-моему, вам покажу даже одно, один из предметов коллекции здесь. Вот он, да, вот здесь, видите, да, у нас такой этот тотемчик типа того висит. Вот, его нам надо будет сбивать луком. То есть таких вообще тотемов у нас здесь конкретно в первом испытании у нас всего 10. Вот, соответственно, все 10 мы их с вами, естественно, найдем, но это, естественно, будет у нас в следующей части. Сейчас у нас будет ролик, и, в общем, на этом я уже с вами прощаться буду. Такая у нас довольно коротенькая первая часть, в общем, получилась, не обессудьте. Следующая часть, естественно, я думаю, будет у нас подлиннее слегка. Одна спичка. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this.
There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Так, ну и я думаю, на этом очень приятно с вами закончим. Такая вот, в общем-то, у нас довольно короткая первая часть получилась. Следующая часть, я надеюсь, будет у нас подлиннее. Так что такие, ребят, дела. Всем на этом спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, комментируйте. Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем, ребят, большое спасибо, кто это делает. И всем, ребят, на этом до свидания. Всем, ребят, на этом пока.